Как я уже говорил, часто можно повысить свой профессионализм тем, что вы можете использовать не только ручные методы массажа, но и всякие приспособления. В данном случае мы берем вот такой вот массажер, мурашка у нас называется, или там по-китайски скальпель массажер. Многие не знают, как его использовать. Это очень хорошо, на самом деле, расслабляет мышцы черепа. Даже это влияет на нашу умственную деятельность. Человек сразу релаксирует, получает дополнительный отдых. Как видите, я включаю некоторую еще вибрацию при этом, то есть я вибрирую. И также его можно использовать же ведь не только для головы, его можно использовать практически по всему телу, что опять же повышает чувство комфорта человека. Некоторым бывает щекотно, некоторым бывает не очень комфортно, но это зато отличный стимулятор для нашей нервной системы. Когда мы берем и проходимся буквально по всем округлостям нашего тела. Щекотно тебе, да? Ну, больше приятно. Нормально. Больше приятно, да? Да. Вот, видите? Это на самом деле приятно. Таким образом вы можете человека еще дополнительно расслабить, особенно после ваших тяжелых процедур, если вы с силой работали, с его спиной, с его грубыми, сильными, закачанными мышцами. После этого мы расслабляем, и вы можете это использовать для финального так называемого аккорда в вашем массаже, а можете после этого продолжить дальнейшие массажные практики. Так что применяйте, опять же, в этом своем арсенале массажиста такие приспособления. А о других, о новых приспособлениях я вам расскажу в нашем следующем видеоролике. Так что я с вами не прощаюсь, а говорю вам до свидания.